Сегодня прошло заседание правительства региона. Основная тематика – законотворческая. Государственное законотворчество не стоит на месте, поэтому приведение региональных правовых актов к федеральным стандартам – задача немаловажная. Кроме того, возникающие так называемые новые реалии тоже заставляют законодательно менять условия. Одним из таких стало предложенное изменение в региональный закон о ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. Ранее выплаты производились лишь на следующий месяц после наступления оплачиваемого периода, что создавало трудности для опекунов и детей. Их просьбу услышали. Пособие будет выплачиваться в текущем месяце за период времени, в котором возникает необходимость содержания ребенка, до первого числа следующего месяца. Не менее важной собравшиеся посчитали и следующую законодательную инициативу, исходящую от Министерства образования и науки. В два приложения вводится новый показатель. Размер расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации, получающих минимальный размер оплаты труда. Новинка связана с изменениями в федеральных документах. Выплата будет корректироваться год от года в сторону увеличения. Если первое предложение не требует бюджетных затрат, то второе повлечет за собой изменение тарификаций в учреждениях образования, на что потребуется в этом году. Для работников детсадов 19 миллионов рублей, для школьных учителей почти 43 миллионов. Введение минимального размера оплаты труда к различному минимуму и, в общем-то, состыковка двух этих показателей, о которых многие там дискутировали в свое время, мы ее окончательно выполняем. Среди прочих законодательных инициатив – предоставление участков недр местного значения для использования без проведения аукциона. Говоря обывательским языком, бурить водяную скважину в селе или на даче станет проще, поскольку лишние бюрократические барьеры будут сняты. В иные сроки будут приниматься и бюджет региона, что опять же следствие федерального воздействия. Тем не менее… Если федеральный центр… И в связи с внедрением сейчас проектной системы управления и выделения национальных проектов уже там взял себе небольшой промежуток для того, чтобы привести свои нормативные документы и бюджет в соответствии с этой системой управления. Но это не значит, что мы можем расслабиться и, соответственно, отложить там на 2-3 недели. Конечно, все установленные сроки. То есть те сроки, которые есть, уже, коллеги, я вас тоже предупреждаю, просьба очень жестко соблюдать. И, в общем-то, мы не должны от наших планов точно никаким образом отходить. Все инициативы приняты. Теперь дело за региональными законодателями. Кроме законотворческих инициатив, собравшиеся выслушали отчеты об исполнении перечня поручений президента России. Среди них оснащение и переоснащение пожарных частей, организации волонтерского движения, электронной ветсертификации и прочее. Работа по всем ним признана удовлетворительной. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.